Здорово, дорогие друзья, бля, и ни один день не проходит так, как хотелось бы, бля, любое утро, ну, по крайней мере, у меня начинается очень хуёво, бля, и сейчас я хочу вам рассказать очередную, бля, новость, ну, которая случилась со мной, бля, сегодня утром, бля, буквально там 10 минут назад, нахуй, ну, в общем, дело... Было так, бля. В общем, как вы все знаете, недавно был обзор на мой новый телевизор, бля. И кто живет в квартирах, бля, знает, что там нужна антенна, там, бля, вся хуйня. Там. Ну, если вы живете в частном доме, бля, то вы можете там любую прикрутить, бля, хоть там сделать из, не знаю, там, из куска, бля, металла, бля, там, намотать ее на хуй, там, и поставить... у себя на чердаке, оно будет ловить там что-то, не знаю, что оно там будет ловить, но что-то будет, ну, по крайней мере, 1-2 канала точно будут, бля. Но те, кто живет в квартирах, знают, что вот такая хуйня не пройдет, не прокатит, бля. И тем более сейчас, вот, ну, когда запретили спутниковое ТВ, бля, ну, то есть... Вот эту белую хуйню уже нельзя вешать, бля, она нихуя не будет ловить, бля, там блокирует сигнал. И в общем, бля, ну, у меня появился новый телевизор, а антенна там, вся эта хуйня не идет в комплекте, как вы все знаете. Ну, у меня он было в стене дырка, бля, ну, то есть отверстие, бля, дырка это там у твоей мамки в пизде, как говорит там, бля, учитель на трудах. И, в общем, вот эта хуйня там, бля, 4 розетки, одна из них это антенна. Ну, то есть там вход или выход к антенне, я хуй знает. И, в общем, я, естественно, бля, как любой умный человек, нихуя не разбирающийся во всей этой хуйне, ввел там, бля, в гугле, бля, этот, бля, шнур там, бля, для антенны, бля, хуй знает, ну, для кабельного, это называется кабельное ТВ, нахуй. Ну, в общем, там, бля, 70 или 100 разных каналов. И, в общем, бля, заказал я этот кабель. Шел он там, бля, 2 дня что-то, стоил он там, самый дешевый, в общем, но для меня, не работающего человека, это, ну, бля, не дешевая сумма была, не дешевая. В районе там, бля, 100 с чем-то рублей. Я на нее могу там месяц жить, бля, нахуй. А тут, ну ладно бы он еще нормально оказался, но то, что случилось дальше, это полный пиздец. В общем, забираю я вот эту хуйню, бля. Вот так он выглядит. Это, бля, ну, антенный шнур, там вся эта хуйня. Антенный шнур. И я... радостный, прихожу домой, там, бля, в ожидании, что сейчас там включу, буду смотреть телек, бля, там, дохуя каналу, может, даже с проном будет, ну, хуй знает. А если даже нет, то все равно, ну, какие-никакие, бля, там, развлечения, не так скучно будет дома сидеть, там, хуй дрочить, бля. И что вы думаете, достаю я вот эту хуйню с упаковки, бля, ни в коем случае не реклама, и тем более после того, что случилось со мной, бля. Но, бля, ну и у меня просто слов нету хороших, чтобы описать, вот что случилось. Ну, в общем, смотрите, бля, эта хуйня делится там на 2 стороны, бля, вот. Одна сторона, бля, и вторая. На одной стороне тут, ну, как бы, дырка, бля, а на одной штекер, бля. Ну, то есть, вот, надеюсь, видно. Вот, видите, здесь дырка, а здесь штекер, нахуй. И, в общем, я хуй знает, естественно, бля, вот, надеюсь, вы будете видеть. Сейчас я направлю, бля, камеру в тот угол, блядь, блядь. Вот, надеюсь, будет видно, бля. Так вот, ребят, бля. Прихожу я
радостный домой, соответственно, бля, включаю телевизор, нахуй, и, ну, засунул в розетку вот этот штекер, бля, ну, или хуй знает, как он называется там, засунул я его, нахуй, и что вы думаете, нихуя оно не засовывается, ну, то есть, бля, смотрите, если взять одну сторону, то она засунется. Но вторая сторона, вот в телевизор, бля, в телевизор, она уже нихуя, никуда ее-то не засунешь, бля. Ну, даже если, бля, там, со всей силы ее сувать, бля, молотком хуярить. Ну, то есть, ошибка в чем? Ошибка в чем была? Вот смотрите, бля. Сейчас, бля, камеру поправлю. Вот смотрите, бля. Вот эта хуйня, она должна быть с двух сторон. То есть, бля, чтобы ее вставить и в розетку, и в телевизор. А здесь, не знаю, нахуя сделали дырку, бля, вместо вот такой хуйни. То есть, бля, я не знаю, с какой целью, или я долбоёб, что заказал не то. Но факт остается фактом, и теперь, бля... Вместо того, чтобы там смотреть телек, бля, а он у меня без антенны нихуя не ловит там вообще абсолютно. Даже вот это, знаете, бля, шипение там, бля, вот эти, радуга, бля, даже это не ловит, бля. Это просто пиздец. И теперь, бля, этот кабель, единственное, что с ним можно сделать, это там, бля, не знаю, намотать нахуй или, ну, просто... Вешаться на нем, бля, это просто пиздец, ребят. И не то, что, бля, жалко деньги. Ну, жалко, конечно, тем более для меня. Учитывая, что я нигде не работаю, бля. И это был единственный способ, там, бля, ну, включить телек, смотреть там что-то, чтобы не было так скучно, бля. А теперь даже этого не будет, и... Деньги на него потрачены, бля, а оно нихуя не работает, нихуя абсолютно не хочет работать, и это просто пиздец, ребят, это просто пиздец, бля, вот эта хуйня, никогда не покупайте этот кабель, бля, ну хотя хуй знает, вы, наверное, можете сказать, что я там долбоёб, там нужно было читать описание, но хули, ребят, если... Вот я там вел, бля, ну, сейчас, смотрите, бля, сейчас, где мой телефон? Сейчас, одну секунду. Блядь, все против меня, не могу даже найти свой телефон. Ну и хуй с ним, ребят. В общем... Я с моей стороны ошибки никакой не было. Я вел там, бля, кабель для этого кабельного ТВ. Ну, все правильно, все абсолютно правильно, нахуй. Вот розетка, в нее должно вставляться с одной стороны кабель, бля, и с другой в телевизор. То есть они должны быть одинаковые, а они оказались нихуя не одинаковые. Ну, то есть, смотрите, друг друга они вставляются. Вот, можно разве что вот так сделать. Ну какой в этом смысл, бля, и нахуй мне теперь эта хуйня, я ума не приложу, ребят, вот такой был пиздец, бля, никогда не покупайте, бля, что-то в интернете, бля, лучше возьмите свой телек, возьмите свою розетку, нахуй, не знаю, ну как вы ее там вытащите, донесете и, ну, сходите там на обычный рынок, скажите, бля, вот мне надо вот такая хуйня, чтобы вставлялась и туда, сразу это все проверьте, и... Только тогда, бля, у вас все, ну, бля, все совпадут, бля, эти входы, вся эта хуйня, и тогда вы сможете насладиться, бля, высококачественным вещанием, бля, чтобы скрасить ваш досуг. Ну, а меня в очередной раз наебали, ребят, и я... Не знаю, что делать теперь, ну это просто пиздец, и многие там скажут, что можно тут обрезать его там, ну бля, ребят, я в этом нихуя не понимаю, и тем более
Опять же, нужно идти там, бля, на рынок, все это искать. Это не для меня, я не люблю, бля, общаться там с кем-то, спрашивать у них что-то. А там, ну, как минимум, нужно сказать им там, дайте мне вот этот кабель, бля. Ну, в общем, полный пиздец, ребят. Вот такое было небольшое видео. И я надеюсь, с вами такого никогда не повторится, что вы там умный человек, вы, не знаю, возьмете там шнур этот и сами сделаете его там. А я взял готовый и меня наебали. В общем, вот такое было видео, ребят. Надеюсь, оно вам понравилось. Ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и увидимся в новых видео.